Хей, окей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Hollow Kings. Да, я вернулся сюда. И тут, вы понимаете, в чем дело? Пол даже не трясется. Поэтому я просто на Верочку ударил сюда. Ну, как было, по идее, сказано для начала DLC. Поэтому спускаемся. Ой, стоять. Ай-я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 й. Или нормально. Смотреть, что это? Идол короля. Замечу, что это все сделано из говна. Да? Так. Бац. А, мы, кажется, попали в сон этого кошечка. Кажись, да. Оу, там сзади стоят пятеро. Босс. Белый защитник. Ни хера себе. Покилимся. Блин, вот эти у него, конечно, атаки такие. Ай-яй-яй, достал меня огнюк. Так, хилимся, хилимся, пока есть возможность. Всё? Вторая фаза? Издеваешься? Какая чёрт-то вторая фаза? Ладно, хилимся. Тихо, хилимся, хилимся до конца. Вау! О, готово! Память! Вау, я думал... Пипец, если бы я... Мои друзья, я защищу нас, дорогое королевство. Верьте в меня. Мы снова встретимся. Вместе. Я обещаю. Две сту у нас. Всё? Я снова в этот же сон попадаю? Блин, заново сражаться? Не-не-не, ребят, я проверил только. Я только проверил. Пожалуйста, только не минус души, прошу, только не минус... Фу, все.
Все, значит, все хорошо. Так. Одного мы убили, так. Что теперь мы делаем? Мне нужно сюда выбираться. Не знаю, логично это слышать. Логично это слышать или нет, но мне нужно сюда выбираться. Так, а насчет жуков здесь ничего, да, нету? Наверх подняться, блин, а мне идти до этого жукодромчика? Да херай долго. Блин, хотя я могу. Знаете, что сделать? Ну, конечно, вы это ничего не заметите, для вас это очень быстро будет. А для меня я вот здесь вот в этом проходе пройду. Спущусь вниз и сюда поеду. В окрестности дворца, либо можно пойти в вокзал Корле. И нам нужно отправиться теперь в Грязмут, поэтому там и продолжим. Так, мы вернулись с вами в Грязмут. Я просто уже сразу все узнал, да, чтобы не тупить в Колизее. Помните, я вам говорил, что чтобы все было нормой, мне нужно теперь только играть в Колизее, чтобы дальше долцы работали. Ну, нихера этому не подобного нет. Войти. Белый спаситель во тьме. Так это было. Это у нас было. О, этот фотограф пришел. Папа надо. Ага. Белый странник, не стыдись. Снаружи холодно. Постель мягкая. Белый странник, так, окей. Мне нужно вообще-то в жилище было зайти. Но на самом деле, как я вижу, уже никак туда не пойти. Класс. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, я гусеничку вижу. Блин, ну за гусеничками я, скорее всего, сам буду бегать, вот это их собирать. Наша следующая цель — это попасть в озеро, нам нужно. Озеро Ун. Блин. Просто по идее, понимаете, я должен был только девке зайти в дом. Так. Это ж сюда, да, я должен идти? Зайти к девчонке или к тому чуваку, и там должно быть типа открыт люк. Зайдя в люк, я должен увидеть такую вещь, как статую. Вот благодаря этой статуе я могу ее активирую с помощью своего вот этого меча магического. Но, как вы видите, и фига. Это просто турбак. Просто трупик. Похоже, что да. Похоже, что просто трупик.
Если не ошибаюсь, здесь ко мне должен навстречу прийти один чувачок. Он почему-то не пришел. Ну ладно. Ну ладно. Воу. А вот, кажется, это он и есть. Облик Ун. По идее, когда он на мне одет, я уже просто посмотрел кольца, которых у меня не хватает. Которые, чтобы, знаете, то получить такие пинки-плюшки. И хотя бы как, чтобы игра была на более процентов пройдена. Это я сейчас здесь с вами. Потом мне нужно будет еще отправиться. Отправиться куда? Так, там, поехали. Мне нужно отправиться в кристальный пик. Если я не всех соберу этих гусеничек, так тому и быть. Значит, не всех соберу. Короче, мне нужно вот это... На чем я вообще говорил, я забыл. Народ, что вы срались? В пике, короче, там есть кольцо одно. Вот за этим колечком мы с вами сейчас и пойдем. За этим кольцом мы сейчас с вами и пойдем. Так, только это куда мне нужно идти? Есть там куда-то телепорт ближайший? О-о. Нету, нету и нету. Даже нету того, куда мне нужно идти. Ладно, тогда нам нужно в наши земли. Поехали. Грязмут. Через Грязмут мы дойдем по лифту наверх. Да, это все было. Это все было. Может, мне этого нужно слушать и чувачка освободить, то все-таки в карцере. Вот это может его дом, вот это вот. Если да, то блин. Это в Колизей нужно идти. Хотя. И так посмотреть, там Колизей поблизости. Хотя нихера. Нихера он не поблизости. Нихера и нифига он не поблизости. Не, нужно было скорее всего ли оставить. Прикольная вещица. Вещица то прикольная. Только теперь где мне искать эту херь? Это же вопрос. Ну ладно, я эти хотя бы ваншочу. И то хорошо. Вниз.
А, видите? Да, стоит, там еще закрыто одно место у нас. Короче, нам нужно найти наподобие вот такого сейчас места, покажу. Подобие такого, только немножко другое. Сейчас будем его искать. Единственное, что я знаю, там должен быть у нас вот этот шахтер. Перящущий. Перящущий стену. Ты? Нет. Ты. На самом деле тут много таких, кто может просто стену бить. Тоже не то. Блин, а куда тогда? На карте был только маленький участок изображен, где попал вот такой шахтер. Картиночка была. Да и все. Там много так уж информации там не было. Так, отлично. Здесь у нас ничего нету. Так. Сюда. Блин, ладно, стоять. И все, да, у нас? Приехали. Как мне теперь отсюда выбраться? Фух. Окей. Выбрался. О! Тихо. Вы серьезно? Это сейчас было серьезно? У меня там минус 200 только что показало. Ладно. Не беда, я пойду за ними. Не беда. Потом я остановлю запись, когда верну души. Верну души, остановлю запись. После я должен что сделать? Я должен одну вещь понять. Да, я могу ее активировать. Ой, потом он полностью сдох, я думал. Чё, бля? Ладно, короче, давайте. Дерево заюзаем. Заюзаем дерево и будем собирать наши душонки.
Так, у нас уже много их на самом-то деле. Все. Готово. Так. Теперь я, короче, останавливаю запись и смотрю, куда мне нужно идти дальше. Короче, народ, я посмотрел, куда мне нужно. Довольно грязь мутыча, видите, там проходы, где гусеница. Да не это место, мне нужно просто падать вниз. И все. Хотя можно и за гусеницей, слушайте, сходить. Вау, 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 вау. Тихо, на лавочку пойду отдохну. Перед тем, как идти. Так, теперь побежали. Мне нужно просто вниз. Вниз, 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 вниз. Куда не сворачиваю, просто идти вниз. Вот, вот этот мужичок, кажется. Да, он. Здесь у нас есть тайник. И вот в этом... А, ведь там тоже сверху можно было попасть. И вот теперь здесь мы должны понять, как пройти эту хель. Ну, это понятно, конечно. Но не очень легко. Блин, и что, могу я туда попасть или нет? А, я туда даже наступить не могу. Понятно. Отлично. Ага, это я сейчас и открою срез, да? На всякий случай, если вдруг сдохну. Если вдруг сдохну. Это такой тоже важный на всякий случай момент. Вот это место. И вот оно. Глубокий фокус. Так, глубокий фокус. Кристалл неторопливо создает самый природный. Забирает души из воздуха вокруг. То есть он регенит автоматически нам души. Стоит 4. Ощутимо замедляет фокусирование души, но позволяет лечиться в 2 раза эффективней. То есть мы дольше используем хил, да, ну именно способность, но зато у нас 2 чеки хилится. Так, и еще мы тогда что с вами получили, если... Беленькую, да? Душа короля. 5 стоит. Священный амулет символизирует единство ваших существ. Носитель постепенно восстанавливает душу за счет бесконечного запаса закрытых внутри. Открывает путь к месту рождения. Так, и вот это, да, мой типа облик Ун. Дает носителю облик Ун. Во время фокуса души носителя принимает новый облик и может передвигаться, чтобы уворачиваться от врагов. Все. Так, время еще есть? Ну, что-то как-то что-то есть. Давайте сейчас быстро пробежимся. Пойдем за гусенической, сходим, как раз выйдем на улицу в Грязмут, там сохранимся.
Ва. Балансовые. Так. На лавочку на всякий случай. Кто его знает, может, я даже не дойду. Так, карта обновлена. А теперь погнали. Дырки он свои кидает. Летели. Вы, ребята, если что, смотрите, в принципе. Нет, нужно до самого конца. Вот здесь мне нужно вниз. Вау, там эти. А внизу что? Внизу безопасность. О, стена. Воу-воу-воу! Вот это уже настоящая гусеничка, да? То была ложная гусеничка. Там хороший камень. Бабла. Да, хороший камешек, денежек. Не очень, ладно. За то, что все, что мне нужно было, я сделал. Окей, поехали. Так, приземляемся. Да, походу мне того челика нужно будет идти спасать. Колизей все-таки. Потому что мне больше некуда идти. И больше мне ничего не открыто. Ну, давайте на этом за... Хотя у нас... Блин, даже не знаю. Ай-яй-яй-яй. Как поступить? Вот как поступить? Что у нас по инвентарю вообще? Ключей нету, да? Мне еще нужно будет отправиться в Колизей, ребята. В Колизей отправиться за одной вещью, чтобы начать DLC. Последняя, четвертая, которая есть в игре. Ну, до этого так, мы уже, считайте, почти первую DLC закончили. Вот это, что я говорю, нужно только освободить челика. Одну мы уже именно полностью-полностью закончили. Это DLC, который добавляет нам улей в игру, да, вот улей. Мы там босса убили. После у нас еще есть трупа. И богоискательница. Ладно, давайте тогда отдыхаем и закончим на эту серию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.